Эту песенку сделать как память о своей молодости. Киев, 2000 год, пророк Санбой, солнце бой на Подоле. Киев, Подол. И там меня обманывает баба с килькой. Полиция подошла ее разгонять. И эта музыка звучала. Ну, со старой уже стал. Там трамваи ходят в Киеве на Подоле. Самсон стоит, скульптура со львом. Налево сразу идешь, пятачок, сквер. Эта музыка звучит, а я с велосипедом иду, уставший. И тут она меня обманывает, не дает сдачу бабу в киоске. Я говорю, быстро отдала, полиция подходит. Я говорю, она меня обманула, видите, не дала. Ну, она отдала потом. Так, клип не очень у него. Песня отличная, а клип... Потом подходит женщина, говорит, вы какой скандал устроили. Я тоже, говорит, русская, с Калуги. Ночевать негде. Я говорю, ну, я ночую вот там. Пошел ее приволок, где я спал ночевать. По дороге с ней трахались с этой бабой там, с Калуги. Как вспомнишь эту бедную жизнь. А? Что ты говоришь? В Калуге потом трахали. Нет, в Калугу не поехал к ней. Женщина, она хорошая такая была. Сивая, крашеная. Да. Ну, я жил там. Гидропарк, где этот остров. Мне сдали в Олимпийском комитете целую коттедж. Ну, спасибо этому человеку с Олимпийского комитета. Говорит, это великий велосипедист, санбой, певец. Байдарочная там стоит база, байдарки, медали. Ус, целый коттедж. Только я же стал, что там питаться, нечем, денег не было. Мешками носил арбузы. Вокруг корки и стали волноваться. Говорит, что это значит корки ты кидаешь, эти арбузные. Ну а что, я ел только арбузы и вот это вот. А корки зачем кидал? Ну нет, кидал, я их выносил и ложил туда, в помойку скидывал. Говорит, много корок. Но я только арбузами питался, арбузы, печенье. Дешевое похудел там было. Поэтому, да? А? Поэтому похудел. Ужас, там я был худой какой. На базаре меня очень там уважали, как человека с гитарой иду. С южных республик. На тебе арбуз, арбузы привезу. А что? Чем еще питаться? Киев дорогой город. Сергей Рулев оттуда уехал в Ростов. И хвалит Киев, нахваливает. А так он дорогой город. Ой-ой-ой. А? Он всегда был дорогой, да? А сейчас, может, уже нахваливает. Ну, он нахваливает, потому что ностальгия. Потому что у него мать. Снабжают. Да, мать у него там старенькая, у Рулева Сергея. Он в Ростове, 5 лет ее не видел. Ну, потому что он дома там, и пенсия матери, наверное, его этого спасала. А если он бы на новом месте побыл с велосипедом, с гитарой, я бы посмотрел бы, как он запел там без денег. А? Ну, выживал я. Продержался 2 месяца, по-моему, в Киеве. Тяжело было, конечно, тяжело. Без денег. Ну, концерты в Киеве сделал. Угу. Вспомнишь, ахнешь. Первый раз там увидел в Киеве такси таким гребнем. Сверху на машине гребень, как панк. Так это потом появились, а то в 2000-м это было так вообще. Там по всему Киеву раскатывают. Конечно, заснял на видео много всего снял. Шакалом. Смоленское телевидение принес областное, дал кассету эту, чтобы показали видео. Они украли, сволочи, там же много было интересного, 2000 год, что я заснял. И на Михайловской площади, как свадьбы снимают, я кассеты подошел, снимите меня, пожалуйста. Они снимали. Соборы вокруг, Софийский этот, Хмельницкого памятник, как же. И вот эта музыка. На Подоле в Киеве.
как же забыть такое? Красоту. С Подола там идет две дороги, как сейчас помню, вниз к реке, к Днепру, и вдоль Днепра вниз. Или на гору поднимайся наверх с Подола, поэтому Подол и называется Низ, Подол. Наверх, на самый Киев, где эти драки были все. В 2014 году, где эти лезли, стреляли по ним сотни, это небесная. Наверх лезть туда, на гору поднимать. Гора длинная-предлинная, километра два. Ну, чтоб на Киев подняться туда, наверх. А я всегда ехал сюда, вдоль Днепра, на пешеходный мост, и мимо, между Подолом и пешеходным мостом, находилось Адмиралтейство. Туда заходил, там телефон. Там телефон стоял. Вот с телефона этого звонил Колбецкому в Ярцево. Он на вахте говорит, ты куда-то звонишь, говорит. Ты что, в Россию звонишь? Я говорю, да нет, тут по Киеву. Обманул. А Колбецкий сволочь меня тогда обманул тоже. Настучал, да? А? Настучал? Нет, Колбецкий сказал, приезжай немедленно, у тебя великое горе. Я говорю, какое горе? Нет, не скажу. Уже не сказал, что про мать, что ее нет. Сволочь. Поэтому он себя казнит всегда сейчас, что он это сделал. Подлость. Не сказал, что матери нет уже. Он же ведь хотел как лучше. Ну, как лучше нельзя так говорить. А я еще продержался до октября. Целых два месяца. Так бы домой приехал. А то пока вот эти клипы там записал. Мы современная молодежь. Поэтому вынужден был задержаться я в Киеве. А если бы он сказал про мать, конечно, примчался домой сразу. Ты меня не снимай, пожалуйста. Не у тебя, ну просто это воспоминание, почему нельзя? Это интересно. Все, хорошо. Все, это хорошо, 2000 год вспомнил, Киев.